наконец-то Озон из-за рубежа привез сюда маленькую карабульку. В таком компактном корпусе будем скрывать. Наклейка, ремешок, чехольчик и самое главное, как в старые добрые времена, на этом C25 Siemens на поясе. Так, по идее ее надо утопить, чтобы провернуть. Так. Ладно, стандартный чехол, который шел в комплекте, вытаскиваем. Пленку клеить смысла нет, там хорошая и так алиофобка, и стекло нормальное пандовское. Так, а проворачивается и вынимается. И теперь, собственно, ради того, ради чего покупалось. Хороший пластик. На ремешок куда-то можно повесить. Но самое прикольное тут другое. Вставляем и проворачиваем до щелчка. Вот так эта вещь выглядит. В таком положении, ну, в таком положении можно спокойно смотреть видео, и зарядка при этом мешать абсолютно не будет. Вот почему у него зарядка сбоку. Удобненько. И довольно-таки устойчиво. Также прищепку можно прилепить тоже куда угодно. Довольно-таки мощная. Ну и, соответственно, на сумку можно прилепить крепление второе. И вот так вот миленько это будет все смотреться.